Приветствую тебя на моем канале. Сегодня у меня на обзоре электрогриль Тефаль. Я подробно рассмотрю его особенности и функции, а также расскажу о преимуществах и недостатках. Будет интересно, так что не переключайся. Электрогриль Тефаль выглядит стильно и компактно. Его ширина составляет 37,8 см, высота 20 см, а глубина 37,3 см. Весит устройство 4,13 кг, что делает его довольно легким и удобным для перемещения. Длина шнура электропитания 1,1 метра, что позволяет разместить его на кухне без проблем с доступом к розетке. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылку на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Электрогриль Тефаль оснащен рабочей поверхностью размером 30 на 20 см и мощностью 2000 Вт. Температурный диапазон от 50 до 220 градусов по Цельсию позволяет готовить разнообразные блюда. Благодаря улучшенному двустороннему нагреву еда готовится в два раза быстрее. Мясо, рыба, овощи и бутерброды будут готовы за считанные минуты. Гриль предлагает три положения – гриль, барбекю и печь, что делает его идеальным для разогрева пиццы и пирогов. Съемные пластины с антипригарным покрытием позволяют готовить без масла, делая еду более полезной. Сок и жир стекают в специальный поддон, который легко мыть в посудомоечной машине. Прибор можно хранить в вертикальном положении, что экономит место на кухне. Пластины из литого алюминия взаимозаменяемые и под наклоном для максимального слива жира. Световой индикатор подскажет, когда гриль готов к работе, что делает его использование еще удобнее. Изучив отзывы владельцев, я выделил основные плюсы и минусы этой модели. Минусы. Лоток для сбора жира воняет при нагреве. Нет таймера. Хлебковат. Плюсы. Отлично жарит. Легко моется. Возможность вертикального хранения. Дешевые доступные тены. Есть режим печь. Быстро нагревается. Медленно остывает. Большой поддон для жира. Отличное антипригарное покрытие. На этом все, не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Делись своим мнением о гриле в комментариях, мне будет интересно узнать твое мнение. Если хочешь видеть больше обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорых встреч!